пошла. Все. А вот ты. Отдохни. О, не шали. А? Интересный у вас Василиск. Понятное дело, интересный. В наших краях такой бестии не увидишь. Они только в далекой Зерикании родятся. Из яиц петухом высиженных. Из яиц петуха, говоришь? А как же? Какого петуха, который на вроде квочки другому петуху дупло подставляет? А яйца, которые такой петух отложит, должен потом 101 ядовитый гад высидеть. И тогда из них Василиск вылупляется. Интересно, этот Василиск выглядит совсем как виверна. Кстати, довольно молодая и хилая. Глупости вы болтаете. Это же Василиск. Самый, что ни на есть, настоящий. Верно, что я там могу знать? Я ведь просто ведьмак. Эй! Ежели это не Василиск, а виверна какая-то, за что я платил? Отдавай деньги, жулик! Отважные войны, не напирайте так, а то... О, берегись! Быстрый карьер! Василиск был фальшивый, но и клет. Положи оружие. Да здравствуй. Такие, как ты, только болезни разносят. Паражитизм и дизентерию. Готовы? Связной ждет в шахматном клубе. Давай разберемся с этим побыстрее. Кто у тебя связной? Один скользкий тип. В других обстоятельствах я бы не стал иметь с ним никаких дел. Ты ему не доверяешь? Я никому не доверяю, включая тебя. Пойдем. Такие, как ты, только болезни разносят. Паражитизм и дезертирию. Что-то здесь не то. Посмотрим. Thank you.
ушах. И мат. Говорят, что это королевская игра. Что шахматы учат стратегическому мышлению. Ерунда. Пешки одинаковы с обеих сторон. Правила всегда одни и те же. Ничего общего с жизнью. Знаешь, ведьмак, зачем я играю в шахматы? За компанию? Королю не интересна никакая компания. Я играю в шахматы, чтобы разгадать их секрет. В этих фигурках шумит кровь. Приложи ухо и услышишь. Шу-шу. Шу-шу. Сердце перекачивает жизнь. Ем пешку и слышу хруст разрываемого мяса. Ем фигуру и слышу крик из глубины дерева. Я хочу сломать шахматы. Выдавить из них правду. Понимаешь, о чем я? Нет. Ты не понимаешь, потому что ты не король. С точки зрения пешки видны только товарищи по бокам и враги на той стороне поля. Король видит шахматную доску иначе. Злейшие враги окружают его. Собственные пешки могут запереть короля в западне. А тогда шах и смерть. Шахматы, ведьмак. Это искусство жертвовать собственными пешками. Теперь понимаешь? Думаю, что уже понимаю. Неважно. Перейдем к делу. Зачем ты привел ведьмака? Ведьмак сам все объяснит. Я думал, мы идем на встречу с риданским шпионом, а не с королем. Если можешь обойти посредников, лови момент. Я ищу ублюдка младшего. Знаю, что он пользуется поддержкой Ридании. Зачем ты его ищешь? Это мое дело. Не буду настаивать. Я разместил младшего в имении в Оксенфурте. О нем знают немногие. Тебя туда не впустят. Но ты скажи, что пришел по поводу девок. Младший постоянно требует приводить к себе женщин. Мне говорили, что он нехорошо с ними обращается. Я ценю жест, Твое Величество. Король должен быть суров с врагами и щедр с друзьями. Кроме того, я рассчитываю на взаимность. К тому же младший мне уже не нужен. Большой четверки больше не существует. В свое время я напомню тебе об услуге. А теперь все, идите. С тобой, Роше, я поговорю в другой раз. Мне кажется, он все больше погружается в безумие. Главное, я знаю, где искать младшего. Знаешь что, Геральт? Я ведь тоже хотел просить тебя об услуге. У меня проблемы с Бьянкой, и мне нужно, чтобы кто-нибудь ее образумил. Зайди ко мне в лагерь, я все расскажу. Хорошо, Роша, я подумаю. До встречи. Ведьмак,